привет! Ой, пап, привет! Помните, что я вам обещал? Если вы будете себя хорошо вести, я вам кое-чего подарю. Ты хочешь сказать, что это не нам? Мам, это караоке! Караоке, папа, у нас что, праздник? Нет, я просто подумал, что мы живем как в доме для престарелых. Из развлечений у нас только карты и пуговка. Папочка, а ты подключать умеешь? Конечно. Приятного времяпрепровождения. В одну шеренгу становись. Давайте, давайте. Значит, не знаю, как называется диск, но записывали точно на кладбище. Спасибо. Так, тебе коньков не нашли, но купили сноуборд. Лежит в гараже. Спасибо, Дедушка Мороз, папа. На обложку внимания не обращай. Там внутри деньги, что захочешь, то и купишь. А то мы с папой голову сломали. Спасибо.